Здравствуйте, с вами любимая компания «Электромотор». Сегодняшний наш видеообзор посвящается сварочному инвертору. Какой силой тока, какой электрод нужно варить? Итак, у нас сегодня будет на примере инвертор Kaiser, моделька NBC-250. Итак, у него на передней панели есть регулировка. Регулировка силы тока, получается, у данной модельки максимальная 250. В общем, опытные сварщики уже на глаз, допустим, знают, какой же силой тока и какой электрод варить. Но, знаете, существует специальная таблица, в которой указана рекомендуемая сила тока для различного вида электрода. Сейчас мы с вами рассмотрим эту табличку. Какие бывают виды электродов, то есть с рутиловым покрытием, из второго... и с кальциевым, там, фторокальциевым покрытием. Сейчас мы рассмотрим, при каком же токе, при какой силе тока и диаметра электрода, ну, вот какая рекомендуется сила тока. Если вы купили электрод, допустим, на 2 мм, то у вас рекомендуется варить его 50-80 током, силой тока 50-80 ампер. 1,6 это от 30 до 60 ампер, 2,5 мм электрод от 60 до 100, 3,25 от 90 до 140, 4-мм электрод от 140 до 200, 5-мм от 190 до 250. И не в зависимости это идет... Это что ты говоришь про рутиловый электрод, да? Да, смотрите, также в табличке есть и другие электроды, вот у них немножко другие показатели, немножко выше, которые вот это вот... Вне зависимости от того, какой мощности, то есть тройка у вас будет все равно вариться, вот допустим, от 90 до 140. Если брать уже побольше сварочный инвертор, он сможет варить и более толще электроды, то есть и 6 мм, и больше. Что еще стоит отметить, что соответственно электродам можно подобрать... То есть диаметр электродов и толщина металла, которую мы будем варить. Также есть специальная таблица. Купили мы, допустим, электрод на 4 мм, сможем сварить металл толщиной от 4 до 20 мм. Тоже очень интересная и полезная таблица. Конечно, опытные сварщики уже давно работают и знают, скорее всего. Но так как... То есть, если двоечка, то от 1,5 до... От двоечка от 1,5 до 3. 2,5 от 1,5 до 5. То есть вот такая вот табличка, покажем вам ее. Эта табличка у нас идет в гарантийном талоне в паспорте. Вик, скажи, а допустим вот эта сварка ММА, что это значит? Это ручная дуговая сварка, самая элементарная сварка. Не путайте ее сваркой МИГ и МАГ, там где варится проволокой и газом. Получается, это самый элементарный вид сварки, ручная дуговая сварка. Какие электроды использовать? В общем, мы вам рассказали, показали. Спрашивайте в компании «Электромотор» различные сварки. Есть у нас сварочные полуавтоматы, сварочные инверторы. То есть звоните в компанию «Электромотор». Для наших покупателей у нас существует специальный промокод. Промокод «Сварка2020». Гарантированно получайте дополнительные скидки. Заходите к нам на сайт, оформляйте заказы, вводите промокод и получайте дополнительную скидку. Звоните 530-38.